Привет! Все мы знаем, что такое сильные боли в суставах. Они просто бывают невыносимы. Люди ночью не могут спать. Ну а также не могут расходиться и так далее. Сильнейшие боли, особенно в коленях. Также могут страдать и другие суставы. И боли могут возникать абсолютно в любых суставах. Ну а сегодня у нас будут три сильные молитвы при болях и проблемах с суставами. Итак, идем в церковь и покупаем 7 церковных свечей. Также необходимо приобрести иконки с изображением старицы Матроны Московской, а также целителя и великомученика Пантелеймона. Вот так выглядят ихние образы. Вечером, желательно на убывающую луну, посмотрите в интернете фазы луны. Уединяемся в комнате, выключаем все звуки, убираем животных, убираем детей, убираем телефоны, радио, телевизор, выключаем. Полное уединение. Света должно быть мало. Зажигаем все 7 свечей. Ставим их перед собой в каком-то сосуде. Можно использовать какую-то банку, в которой насыпьте песок. Далее, там же чуть-чуть сбоку ставим вот эти иконки наших святых. Смотрим на них, преклоняем голову и читаем эти молитвы. Желательно, конечно, молитвы выучить наизусть, но если вы по какой-то причине не можете это сделать, выпишите их на бумаге и осторожно, не со стороны свечей, а со стороны, например, икон, подставьте вот так листочек и неоднократно по кругу, не спеша, тихим голосом читаем все эти 3 молитвы. Читаем долго. Чем дольше, тем лучше. Вот и все, будьте здоровы. Ну и если вам нравятся мои рецепты для здоровья, не забудьте меня поблагодарить. А лучшей благодарностью для меня служат ваши лайки, ваши комментарии, ваши спасибки в комментариях, а также если вы поделитесь данным видео со своими друзьями. Пусть они тоже знают, как быть здоровыми. До новых встреч на моем канале и встретимся еще.